Итак, ребят, всем привет. Сегодня у нас будет разговорный спич. Сегодня я буду вам рассказывать. Сегодня я вам ничего не буду показывать. Сегодня будет один рассказ только. Сейчас я вам буду рассказывать, как вообще тренируется модель. Как вообще тренировали вот самую главную модель, по которой мы с вами тренируемся. И в чем ее проблема. Почему у нас, не выговаривается буковка R, H, Щ, какие-нибудь буквы не выговариваются. То есть буквы достаточно, которые могут плохо выговариваться. Они не совсем не выговариваются, но они выговариваются плохо. Потому что мы видим какой-то в них акцент. То ли английский, то ли японский. Какую-то смесь акцентов непонятную. Сейчас я вам буду об этом всем рассказывать. А как вообще у нас тренируется модель. Чтобы натренировать модель, мы с вами что с самого начала делаем? То есть формируем датасет. Здесь отличий нет никаких. То есть здесь с самого начала тоже был сформирован датасет. И какой это датасет? Самое главное. У меня сейчас сбоку здесь статья открыта, я вам не буду ее показывать, в принципе. Я ссылочку оставлю, если хотите подробнее это все изучить, пожалуйста, проходите, читайте. Смотрите, мы с вами используем датасет, некий уже претренированный, VSTK называется, VSTK, на английские буковки. И что это датасет, что, из чего он состоял? В самом начале. Датасет это состоит из 400 фраз. В нем зашито 400 фраз. И какой, думаете, там язык был взят за основу? За основу там был взят английский язык. Английский язык 110 человек. То есть 110 человек сказали вот эти 400 фраз и их загнали в программу, чтобы тренировать. Как состоял вообще файл программы? То есть они писали только speakers ID, то есть некий вот ID, допустим, 225 человек. То есть индекс текста, какой он говорит фразу сейчас, то есть, допустим, первая фраза. И первая, допустим, фраза называется please call Stella. То есть, пожалуйста, позвоните Stella. Stella. Возраст указывается человека, то есть 23 года. Гендер, то есть F, то есть женщина говорит это. Акцент. Какой акцент? Английский. Регион. Откуда эта девушка? То есть Англия какой-нибудь файл к этому пути, к первому самому. И уже расшифровка этого файла. То есть прописанные ударения прописаны там. И всякие метаданные были прописаны. То есть это достаточно-таки сложный процесс сделать вот это все на самом деле. Собрать такой огромный датасет, то есть 110 человек, 400 фраз, это там прилично уже получается у нас всего. Итак, в этом основная проблема кроется, потому что датасет мы берем как для основы для тренировки. У нас в папке RVC есть файлик. Сейчас я не помню, как он называется. Я даже сейчас открою его. Прям при вас Hyper Base Rob называется он. Так, смотрю. Так, файл называется у нас... Да, HyperBased. HyperBased.pt. Вот в этом файлике как раз-таки зашита тренировка вот этих 440 фраз и 110 человек. То есть женский род, мужской род, разный возраст, разный акцент и так далее. То есть основной корень всех проблем наших букв R, Ч, Ш, Ч, Щ, таких сочетаний непонятных, которых нет в английском языке просто. Вот как раз таки, вот в том, что это английский язык, мы берем за основу с вами английскую базу. Лучше сейчас базы нету просто. И просто никто не тренировал на русский, то есть язык этот. Если вы хотите идеальный, то есть какой-то датасет, какой бы вы идеальный, точнее, датасет не сделали, у вас все равно будут проблемы. У вас будут проблемы. Вы точности сейчас никак не можете повторить один в один как раз-таки из-за того, что наш основной, то есть костяк сделан на английской базе. Единственный путь,
Как это исправить? Это нужно сделать русскую базу такую же. То есть славянскими языками какой-нибудь. Что вот так вот. Потом, когда база вот эта была сформирована, вот эта большая база была сформирована, они нанимали, то есть вот как раз-таки лингвистов, возможно, всяких фрилансеров, домохозяек и так далее, которые расставляли ударения вот в этом все, писали метаданные, там, которые нужно были написать через ТЗ, которые ТЗ им указали, они вот это все делали. То есть это огромный ресурс человеческого времени был потрачен на это все. И денег, потому что это тоже стоит денег. Потом, когда это было все сформировано, были загружены вот эти файлы в программу, то есть там были использованы реверсная вроде система, еще какая-то есть система, не помню. Реверсная система, она отвечает за то, что, как бы так сказать-то вам попроще, за то, что мы берем контекст текста. То есть здесь не так важно все слово, то есть произношение слова и так далее, как контекст этой фразы, интонация, то есть как переходит одна буква в другую и так далее. То есть здесь вот это важно в реверсной системе. Еще какая-то вторая система, точно не помню, то есть экспромтом, можно так сейчас сказать, говорю это все. А там в другой системе нужно как раз-таки акцент делать на одном слове. Этой системе пофиг на все, что было сказано до, что сказано после. Она акцентируется на одном слове, на буквах на каждых и прогоняет их. То есть подстраивает до идеала эти буковки. То есть и это используется в комбинации, использовались эти две системы, чтобы обучить модель. То есть когда, точнее потом загружали уже метаданные все, да, вот эти все, что у нас было, как я вам сказал, то есть ID спикера, текста, текст какой, возраст, гендер, то есть акцент, аудио, ударение, транскрипцию, транскрибацию, это все. Все это туда закидывалось потом, и начиналось обучение модели. То есть обучались сначала не на большом куске, то есть где-то брали, допустим, ну, 30 голосовых где-то вот так вот брали, достаточно такие это было. И обучали, чтобы быстрее шла тренировка. И смотрели, что получается на выходе. Если получалось, то есть неплохо, то продолжали дальше смотреть, что, как дальше будет показывать эта вся модель через какое-то количество эпох, через какое-то количество итераций данных. Если их что-то не устраивало, они меняли метаданные и заново запускали. Потом, когда это все обкатали, их устроил, в принципе, результат на этих 30 сэмплах. Они загружали вот эту весь большой пак вот этих данных. Там сколько это получается? 4000, да, или больше? Там 40 тысяч просто аудиосообщений туда. Залетало просто несколько часов, там часов 50 где-то. Текста залетало. И на огромных мощностях, на огромных. То есть там терафлопсы нужны были. Там, то есть мы с нашими вот этими каглами вообще стоим, нервно курим на сторонке. Там просто огромные мощности нужны были. Не знаю, сколько там, ну, 1000 терафлопс, наверное, нужно были, чтобы это все обработать. Чтобы обработать это за вменяемое время, самое главное. Да, мы можем это делать у себя на компьютере, но время-то, сколько мы будем это потратим? Лет 10? И когда получали, потом уже получали готовую модель. А готовую модель, проверяли ее, кто-то не устраивало, опять справили, то есть отслеживали, как шло обучение, через что отслеживали, через TensorBoard. Через TensorBoard, как мы с вами сидим, отслеживаем. Только отслеживали не по 5 графикам, как мы с вами отслеживаем, а отслеживали по всем вот этим 32 графикам, потому что там важна уже точность. Этот проект, как я понял, особо... Ну, то есть не коммерческий он. То есть здесь очень большие деньги, то есть не вливались сюда. И поэтому, возможно, у нас такое хреновое качество. И база эта так очень редко обновляется. Да, она обновляется. То есть есть обновление этой базы. Она постоянно, можно сказать, обновляется. Вот сейчас я захожу, смотрю на сайте. В принципе, да, обновление есть. Последнее обновление было в 22-м году. 18 марта, как я вижу, этой базы данных. Да. То есть, как я уже сказал, в 23-м году, кстати, тоже были некоторые модификации, я вижу. Но
такой костяк, прям обновление, на котором мы с вами снимем, это 22-й год. То есть давненько уже эта база не обновлялась. И фишечка в том, что это все на английском языке, конечно же. И из-за этого у нас с вами все хреново, когда мы загружаем русскую речь. Вы можете попробовать загрузить английскую речь, и вы получите замечательный кавер какой-нибудь, один в один, вообще не отличишь. Но русский сделать так сложно, кавер, потому что нужна база, натренированная на русский язык, на славянский язык. Потом, когда эту базу данных сделали, ее выгрузили в интернет, что мы сейчас с вами делаем, мы пользуемся демо-версией, то есть пробной версией, обкатываем, они на этой базе собирают какие-то данные свои, что улучшить, что не улучшить, и постепенно это все улучшают и пилят. То есть вот, я вам вкратце рассказал, как это вообще все обустроено, и почему у нас с вами не получается нормальный русский кавер. То есть получается, ну, такой, с запиночками. То есть один в один мы с вами не можем сделать просто русский кавер, потому что база данных английская. То есть язык там основной английский, на этом все натренировано. Что я хотел еще сказать? У меня есть идея в планах. Идея, не знаю, когда это будет реализовано. Очень не знаю, как бы так сказать. Какая у меня идея? Я вам сейчас расскажу. Смотрите. Я хочу купить парочку видеокарт Tesla. Tesla P40, возможно. На 24 гигабайта, которые... Мне нужно где-то видеокарта 2, наверное, будет. Может быть, 3. Лучше 3, наверное. Но 2 это минимум прям, на чем можно уже работать. Видеокарты эти нужны 2. Собрать базу данных. Такую же. Только на русском языке, на славянском языке. То есть взять, допустим, русский, белорусский, украинский. То есть голоса. И загрузить в эту базу данных. То есть нам большое количество человек не надо, потому что костяк базы у нас уже есть. Костяк базы у нас уже есть, и поэтому мы можем просто дотренировать его, добавить свои голоса. То есть спикеров там, допустим, 30 хватит русских, ну и сэмплов не знаю сколько. Здесь надо тестировать на самом деле. Я точно пока не могу сказать, сколько это всего нужно. Но это, то есть большой ресурс времени нужно потратить, своих усилий каких-то на подготовку этого всего, финансовых ресурсов, я уже не говорю о них, потому что видеокарты тоже нужно заказывать. Одна P40 стоит 1025, наверное, что-нибудь вот в этом диапазоне. И для того, чтобы получить, то есть вот этот идеальный голос, нам нужна наша база. Наша база нам нужна. Так что вот эти мои планы — сделать свою базу, подготовить базу, чтобы у нас получалось все намного лучше. Когда это будет, ребят, я не знаю. Один бог знает. Потому что, я вам говорю, потому что нужно, во-первых, финансов 1050-60 на это валить, времени своего, не знаю сколько, на подготовку этих всех сэмплов, на транскрибацию их, ударения проставить. То есть это очень все сложно, метаданные всякие тоже собрать. Так что, ребята, когда-нибудь это у нас будет. Когда я осилюсь и за это возьмусь. Либо мы будем просто с вами сидеть и ждать, когда какой-нибудь у нас волонтер наконец-таки уже сам сделает базу на русском языке. Но пока этих волонтеров я не вижу, единственный волонтер, походу, это я, который собирается что-то хотя бы сделать. Так что, ребят, на этом все. Я вам, надеюсь, все рассказал по поводу, почему у нас все так хреново получается. А ссылочки в описании вот на все эти статьи. Можете сами посмотреть, там даже презентации есть, как это все обучалось, и можете посмотреть, даже код есть, как это все обучалось, и можете, в принципе, заходить, смотреть, как это все делалось. Так, еще что хотел сказать. Так, да, не забываем подписываться в Телеграм. В Телеграм не забываем подписываться.
в чат вступать, тоже на иконочку нажимаем, там чат написано, нажимаем, вступаем в чат, общаемся с нашими, так сказать, единомышленниками. Потом, что еще хотел сказать? Да, создал свой Boosty, можете там меня, в принципе, поддержать, скинуть, так сказать, денежку на видеокарту, кому не жалко, то есть это все добровольно. Можете поддержать, можете не поддержать. То есть с вами, возможно, я соберу на эти видеокарты денежки быстрее. И поэтому модель у нас голосовая, возможно, быстрее появится. Готовая. Так, это все добровольно, ребят, не обязательно. Не обязательно, можете не подписываться. Можете не подписываться, доната не кидать, ничего не надо. Я все делаю на добровольной основе, так что ничего не надо. Это для жаждущих, просто многие меня спрашивали, куда закинуть. Если что, вы знаете, куда закинуть. Теперь знаете. Ну и что еще сказать? Ну, можете сказать, подписываемся вот сюда вот, на каналчик наш. А, лайк ставим, да? И колокольчик тоже прожимаем. Следующее видео выйдет, когда вот это видео наберет 1000 просмотров, наверное. А то и больше. Я решил делать так. Когда видео набирает 1000 просмотров, я выпускаю следующее видео. Все просто. Пока вот на последнем видео, я сейчас снимаю. На последнем видео 700 вроде бы просмотров. Это я так сказать. 750 просмотров. Я выложу это видео так. Просто так. Как первое с того, после 1000 я буду каждое выпускать сейчас... видео. 1000 просмотров. Кстати, у нас, ребят, 1100 подписчиков. Спасибо большое. На ютубе 1100. Аплодисменты. Так что, ребят, всем большой удачи. Всем большое спасибо. Ждите от меня новых грандиозных обновлений. Чего-нибудь, не знаю чего. Но скоро все появится. Скоро будет все круто. У нас все улучшаться будет. Кагл увидел у многих что-то сейчас там сбоит. Это проблема на Кагле, ребят. Это не в скрипте проблема, так что это проблема на Кагле. Как Кагл там немножко, так сказать, распердится, мы с вами туда вернемся. Скорее всего, они какое-то обновление готовят. У нас опять все ляжет скоро. Так что скоро буду все восстанавливать до изначального состояния, чтобы все у нас работало. Так что еще один раз всем большое спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик. И до новых встреч!